Приветствую. В ДИИ появилась функция, которая будет полезна всем автовладельцам, которые остались в Украине, а особенно тем, кто выехал из Украины. Это функция продажи автомобиля через ДИИ. Да, теперь, чтобы продать автомобиль, вам не нужно записываться в сервисный центр, вам не нужно туда ехать, вам не нужно ждать, когда же закончится воздушная тревога, потому что во время тревоги сервисные центры не работают, а когда они не работают, в итоге вся ваша запись летит, да, все идет уже в порядке живой очереди, и ты ждешь, не знаешь, сколько потратишь время вообще на то, чтобы продать автомобиль. Теперь вы можете встретиться с тем человеком, который хочет купить у вас автомобиль в любое удобное для вас время, и все, что вам нужно, это телефоны с установленной ДИИ. Далее вы заходите в ДИИ, в раздел «Сервисы», выбираете раздел «Водителям», и там выбираете продажа транспортного средства. Далее продавец заполняет свою часть. Заполнять там, по сути, из всего, что нужно, это цену автомобиля. Все остальное ДИИ подтягивает сама. Далее вы либо ссылку отправляете, либо даете отсканировать QR-код человеку, который покупает этот автомобиль. Он заполняет свою часть. Подписываете, все, автомобиль продан, номера придут покупателю по почте. Все, вы понимаете, насколько это упростилось? То есть вы реально там за 10-15 минут можете продать автомобиль, встретившись в удобном для вас месте. Для тех людей, которые выехали за границу, это тоже дополнительный вообще плюс. Почему? Потому что человек, который выехал за границу, у которого автомобиль либо остался в Украине, либо автомобиль сейчас находится за границей. Что делают эти люди? Этим людям, поскольку они, как правило, не хотят возвращаться в Украину, да, потому что здесь боевые действия идут, им нужно найти человека, который перегонит автомобиль. Но главное, нужно дать доверенность для того, чтобы этот автомобиль продали. А чтобы дать доверенность, нужно в идеале поехать в консульство Украины и там заверить эту доверенность. А чтобы поехать в консульство Украины, кто пробовал, тот знает, что тебе нужно записаться. Очень часто бывает так, что записываешься ты за 2 месяца до посещения, а оказывается еще, что консульство находится там в 500 километров от того города, где ты живешь. То есть это время, это дополнительные расходы для того, чтобы решить этот вопрос. Как вы можете решить этот вопрос сегодня? Вам лишь нужно перегнать автомобиль в Украину. Доверенность вы можете никому не давать. То есть если здесь есть человек, которому вы доверяете, он встречается с покупателем, он берет эти деньги, а вы в это время сидите там где-нибудь, не знаю, в Германии со своим телефоном. И в ДИИ вы все это организовываете. Вы подписываете со своей стороны договор, человек со своей. Он отдал деньги тому человеку, которому вы доверяете, и все. И автомобиль продан, вам не надо ездить теперь в консульство и так далее. Вообще, функция супер, реально, ну, наверное, из последнего, что появлялось у нас в государстве, что происходило, какие там новшества у нас внедряли, вот это мне понравилось больше всего. Оно реально вот упрощает людям при продаже автомобиля. Ну и плюс мы же помним, да, что экспертиза на сегодняшний день не обязательна, поэтому все работает. Все окей, пользуйтесь. Если данная информация была вам полезна, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео для себя. А я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.